Уважаемые гости, дорогие друзья, участники нашего сегодняшнего праздника, я рада приветствовать всех на нашем Дне Поли. Сегодня мы представляем вам более 500 сортов и гибридов различных культур сельскохозяйственных на нашем полигоне. Вы знаете, ежегодно мы стараемся разнообразить наш праздник, наш День Поли. И каждый год мы стараемся привнести что-то новое. И сегодня этот год тоже не исключение. Новые культуры, новые сорта и гибриды, и различные элементы технологии. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего дня и все фирмы и компании, которые представлены на нашем выставочном полигоне. Это все наши коллеги, наши партнеры, с кем мы сотрудничаем много лет. Мне очень приятно представить сегодня, если вы обратили внимание, новый препарат, называется «Амброзия Стоп». Вчера провели испытание, и сегодня вы можете увидеть, мы специально поставили здесь рядом, чтобы увидеть уникальный препарат, который моментально борется с таким злостным карантинным сорняком, как амброзия. Сегодня вашему вниманию представлено очень много техники, запчастей, удобрений, органических микроудобрений, стимуляторы, регуляторы роста. Я хочу всем вам пожелать, чтобы как можно больше интересной информации вы сегодня получили, как можно больше полезных для себя идей увидели, для того, чтобы могли получать как можно больше урожаев, достойных урожаев высокого качества. Нам очень хочется каждый раз чем-то разнообразить наши мероприятия, чтобы вы могли что-то увидеть новое и полезное для себя. Вы знаете, каждый год на Херсонщине год необыкновенный, наверное, да? Не зря нас называют зоной рискованного земледелия. И этот год тоже не исключение. В этом году на полях нашего института только за 2 месяца выпало 270 миллиметров осадков. Такого не было за последние вот 17 лет. Я говорю, 10 лет я такого не видела. Мне говорят, что 17 лет не было таких обильных дождей именно в весенний период. И это дает возможность нам всем увидеть все наши плюсы и минусы. Какие сорта устойчивы к полиганию, какие сорта устойчивы к болезням и вредителям. Где мы, может быть, не перекормили какие-то культуры. Поэтому мы всегда открыты для общения, всегда открыты для обучения, для показа чего-то нового. И сегодня наши ученые, наши партнеры в том числе покажут и расскажут все, что мы сделали и что мы смогли в условиях этого непростого года иметь вот на сегодняшний день, скажем так, уже через неделю-две начинается уборка урожая. Поэтому я желаю всем приятного времяпровождения, много полезной информации, приятных знакомств и всего доброго.